Здравствуйте. Сегодня давайте рассмотрим тему, как уменьшить значки или, так сказать, ярлыки на рабочем столе. Есть два варианта, которые мне известны, и все они легкие. Первый из них. Нажимаем на свободном пространстве монитора правой клавишей мыши «Вид» и «Мелкие значки» или «Крупные». Вот примерно мелкие берем. Значки у нас стали мелкие. Если назад мы хотим вернуть значки до прежнего размера, так же самое «Вид» и «Обычные значки». Все, они обычные. Это первый вариант. Второй вариант. На клавиатуре зажимаем клавишу «Контр» и колесиком вращаем вперед или взад, в зависимости, что мы хотим сделать со значками. Если хотим мы увеличить значки, то вперед вращаем колесик, и вот идет увеличение размера значков, или, так сказать, ярлыков. На себя вращаем колесик, идет уменьшение. И так каждый может подобрать значки по своему размеру. Сейчас я ставлю значки в исходное положение, с какими мне удобно работать. Это обычные значки. Конечно, идет смещение значков, поэтому здесь придется назад восстанавливать значки на прежнее место самому. Подписываемся на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. До свидания.